Всем привет, друзья мои! Рад видеть вас в новой серии прохождения космических рейнджеров HD на уровне сложности 200%. Итак, что я тут намутил за кадром в прошлой серии? Я поставил свой потоковый двигатель, микромодуль цен, так что дороговизна форсажа наконец-то отменяется. А еще подоправился с этих бочек. И знаете, посмотрел тут, что у меня в системе пхидок лежит Аэгис, и думаю, стоит его забрать. А почему, сейчас расскажу. Я же нашел трансфакторный маяк, и вот решился на рискованную авантюру. Хочу стравить тираноидов скелероидами и подсобрать то, что останется в процессе боя. Именно для этого мне и понадобится Аэгис. И, кстати, еще такой прикольный финт ушами. Я-то летаю на первой конфигурации с биомиром, но вдруг там болезнь какая. Прокладываю, то есть, точку на гиперпрыжок, а потом меняю на гипергенератор прямо в конце пути, когда остается один ход. И таким образом у меня гиперпереходы всегда будут занимать меньше времени. Это довольно круто. Ну, на старте это, по крайней мере, можно этим пользоваться. Итак, как я говорил, лететь я собирался на Шухэу. Этим мы и займемся. По-моему, у нас еще какой-то подарок. В системе Атлан лежит ракетон, вот все никак что-то его не заберу. Кстати, вот интересно, военные не сильно-то горят желанием по мне стрелять. Ух ты, он с ракетометом. Так, Аэгис я хотел забрать. Вот он у нас. Кстати, может задание дадут какое-нибудь? Давайте посмотрим. А то после всей этой ликвидации корабля, да ликвидация корабля. Опа! Да это ж планетарный бой, мемориальный остров. Ха-ха-ха! Ну чё, будем проходить. Я сделаю серию в отдельный плейлист. То есть сейчас я его буду проходить, в отдельную серию выложу. А потом обрежу уже на монтаже. И отставлю здесь подсказку. Ну что ж, вперед. Вообще это довольно весело, но в награду за задание нам дали микромодуль Цент, который мы только что поставили в наш двигатель. Но я думаю, он нам на будущее еще тоже пригодится, так что это довольно здорово. А чё, может еще одно задание дадите? Кстати, 4800 кредитов дали. Ну вот опять эта ликвидация, её я не хочу. Как же удачно, что планетарка-то упала нам, а? И оставим здесь этот транклюкатор, он, кстати, молокский, стоит 4800, но... Я так вооружение за кадром посмотрел, как-то оно не очень, прям так скажем. Бочки заправим, они нам пригодятся. Ракетомет. Гиперный, неплохой. Я бы на будущее его оставил. Можно тоже здесь загрузить. С Ралсом будет довольно неплохо. Зайдет отлично. Микромодуль Аппер. Ну, такое, знаете. Можно поменять, можно оставить. Я еще не знаю, просто когда буду апгрейдить радар. Трансфакторный маяк хорошо накопился, прекрасно. Модули, наверное, повожу с собой. Зонды починим. Итак. То, чем... Починим двигатель заодно. Его вот апгрейдить неплохо, но это сделаю чуть-чуть позже. Итак. Давайте посмотрим. Нам нужна какая-нибудь трехпланетная система. Вот типа Элги, наверное, пойдет. Или Филгест. Кастори у нас уже сидят. Озиум. Вот, кстати, может быть Озиум. Давайте начнем с Элги. Сейчас настало время для маленькой шалости. Или на научную заглянуть. Не, я бы с удовольствием апгрейдил свой двигатель. Просто там военные сидят, сейчас не хочу. А так, может быть, каких-нибудь шмоток наберем сейчас, и все будет довольно круто. Может быть, кстати, эта серия будет подольше, чем предыдущая. А, что-то с форсажем, без форсажа, разницы один фиг. Да-да, давай, пуляй по мне. Попробуй догони сначала. Ах ты гад, с ракетами. Вот, кстати, сейчас мы наглядно посмотрим на работу Аэгиса. Жален Малокский.
5 дней. Вот. Ра-т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 а. Не догонишь, не по... В смысле, он что, быстрее? 603? Да, он реально быстрее. Прикольный пацан. Отхватили еще от военных немножко на дорожку. Как без этого? Элга. Гад, нагоняю, смотрите. И еще ракеты на дорожку вошли. О, какие у нас тут бочки. Эй, ребята, у меня для вас подарок. Через 10 дней, это значит 25 мая они прилетят. И новая бочка. Нормальная бочка. О, хорошая бочка. Хорошая. Это просто бочка бочек. И немедленно валим отсюда в пхидок. Оттуда, там тут такого леща сейчас надают. Эквентор, да? Един СМЕРШ. Такое. Не сильно опасно. Ну как, я имею в виду, не сильно опасно, если с киллероидами вместе драться. И 25 мая заглянем на огонек. Я бы, знаете, пока центр рейнджеров бы слетал, там починился. Пригодится, думаю. 25 мая, так это же через 4 дня. Нету в какой-нибудь фигни у нас на пхидок не напал никто? О, хорошо. Угу. А что у вас есть? Такое не очень. Ракетомет хороший, кстати. 240. Не, я что-то пока не хочу такое. Просто дорого очень это для меня. Гамарный дроид. Не, мне пока реально не до покупок. Вот. Я бы эту бочку еще заправил. Все заправил. Заодно перед боем сохранимся во избежание всяких неожиданностей на нашу голову. Вот этот вот двигатель я бы еще починил. Нафорсажил бы там на нем. А теперь вперед из песней. Наши синие друзья, по сути, должны через уже завтра быть в системе. Давайте мы к ним присоединимся. Так, тихо-тихо. Как там двигатель проживает? Половина? Целая? Ну и ладно. Что у нас здесь? 3 СМЕРШа прилетело нам в поддержку. Ургант. А у них дофига... штипов с дезинтеграторами. Вот это хреново на самом деле. Могут они не справиться с этим. Нужно действовать поосторожнее. Я бы им помог в бою, чем быстрее присоединюсь, тем лучше. Жадничать не будем. Самое вкусное соберем на потом. А это они что, типа на меня? Ага. Я вас понял. О, у нас же планета необитаемая здесь рядом. Ну и круто. Они там, может, пока все расщелкают. Что? Идите нафиг, господа. Ничего не знаю. Ха-ха-ха, заодно зонты расставлю. Угу. Я бы подождал тут пару деньков, знаете ли. Можно взлетать, думаю. Так, что у нас здесь? Минок летит на меня, СМЕРШ не на меня. А в космосе нападало что-нибудь? Фигня.
потоковый бластер. Ёлки-палки, да он его еще не подстрелил. Хо-хо-хо-хо-хо. Минок, ты мне мешаешь, ты знаешь об этом? Ракетомет нафиг-нафиг в избежание того, чтобы не сбить потоковый. Это важно. Надеюсь, двигатель как-то проживет. Айги сойдет. Хорошо, прекрасно. Друзья, это просто офигенно, если мы все это еще успеем забрать. Потоковый бластер ценой 10 тысяч. Да! Не сдохнуть бы еще. Если повезет, сейчас еще заберем кое-что. Опа, откуда вот это вот вылетело все? Хо-хо-хо, да Келлер нам пришел помогать, что ли? Молодец, молодец, одобряю. Оденем периметр сейчас, чтобы... Диану точно забрать. Это же наш халявный дроид будет. Сколько он? 20... 15 единиц обшивки. Даже если сломаем двигатель, уже не страшно. Уже терпимо. Только вот куда прыгать следом? Фелгест. Нет. Кастор. Дотянуть бы как-то до Пхидока сейчас. Это было бы круто. Как у нас второй двигатель? Целый? Целый. Я очень доволен этим. Келлер, Келлер, Келлер. Вы тут как-нибудь сами сражаетесь, я уже как-нибудь... Хотя подождите, с Дианодом может быть... А нет, хрена тут не получится. Сейчас забираем. Что случилось-то? В смысле догадались, что мы не настоящий доминатор? Хм. Понятно. Обратно Айгис. Может быть, даже выживем. Дроид оденем. Это тоже будет клево. Сколько там желающих сейчас по мне палить будет. Что сломалось? Двигатель сломался. Этот выдержит. Может выдержать. Хоть на один форсаж, чтобы от них оторваться. На таких соплях просто играю. Все, больше никаких форсажей. Двигатель. Угу. Почему он ее не подстрелил? А, понятно. Это был не Айгис. Чем такой медленный? Нарковый. Прекрасно, сохранимся хоть здесь. Фу, на таких соплях, друзья, вы бы знали-то. О, лазер нашелся. Прекрасно, зонды, вы тут держитесь, вам удача, настроение, всего хорошего. Дилемма, дотянет ли двигатель до Пхидока? Хороший вопрос. Техника лежит, взять что ли? Или в Пхидок сразу? Ну ладно, нам все равно по пути. Но каких же это было соплях? Я ж перенервничал. О боже мой. Джетскас пойдет. Потоковый бластер, елки-палки. О, все, двигатель сдох.
Благо до планеты всего 3 дня лететь. Давай, транспорт, постреляй по мне, порадуй меня. Как у вас с заданиями-то? Сбить... Гальца-прату. Не, ну это еще можно сделать. Как бы с гальцами мне можно отношения попортить. Прату. А? Я что, не так убил, что ли? Прату. Давайте по слову ату. Перец Шидир. Опять этот Шидир пиратский. Вы задолбали меня и мне, я не хочу. Шидир. Пусть у меня теперь и есть дроид, но... Шидира я по-прежнему не горю желанием идти. Вот давайте, кстати, забираем все отсюда. Здесь, кстати, можно одной кнопочкой все забирать. Насколько помню. Корабль. А, перевес у нас, да? 39 единиц. 42. А знаете бы, что сделал? Я бы вот этот бак улучшил, вставив в него цен, а вот этот бы продал нафиг. По-моему, хорошая идея. Вот, и все, вот и нет перевеса. Вот такой бластер. Мы, кстати, его, по-моему, можем использовать. 11.44, вес 50. Продать или оставить? Продать или оставить? Блин, да я бы его, честно говоря, может, даже и оставил. Просто улучшать будет очень дорого. Интересная идея. Вообще, первым бы я хотел, конечно, улучшить двигатель. А в смысле топливный бак на грани поломки? А, например, потому что он действительно на грани поломки. Бочка, бочка, бочка. И мне, в принципе, не надо. Еще и дроид халявный, зашибись вообще. Поторговать, может, чем-нибудь? Да не, пока не очень интересно это делать. Я бы это все сейчас на Шухео сгрузил, чтобы, так сказать, было в едином месте у меня все. Да ты, блин, пуляй по мне тут еще. Вот, видали его астероид наказал? Мгновенная карма. Я вот даже не знаю, продавать ли мне по такой бластеру. Крутая штука, блин, но я еще не знаю, куда он найдется. Ну, корпус у нас дроид чинит, только он сейчас сдохнет. Я бы продал, честно говоря, его за полную цену вместо починки. Дроид просто все равно как бы не особо надо. Ну что, сгружаем вот это все. Ракетомет, которым... Нет, один ракетомет я должен оставить. А вот из ненужного это у меня... Что у меня из ненужного? Поляризатор. Сканер. И что еще? Лазер можно подать. Угу. Отлично. Взлетаем. Теперь самое интересное начнется. Да-да-да, уже думаю, можно и без форсажа. Или вот, по крайней мере, с этого. Второго двигателя. Что сломалось? Дроид. Да какой пофиг, я его все равно за full прайс я скажу продам. Какая цистерна. Что, доминаторскую? Серьезно? Ее заберу на научную. Как вам идея вообще сделать антидоминаторскую программу чисто с бочек доминаторов? Просто вот программы на бочках. Никто не пробовал такое. Ага. Все прекрасно. Ну, дроид снимаем, чтобы сдать. Блин, потоковый бластер, аж так жалко его.
Давайте посмотрим, знаете, что за сколько улучшать надо, можно вообще потоковый. 12560 кредитов и 126 нот. С другой стороны, а насколько скоро у нас будет оружие с базовым уроном 11.44? По-моему, весьма не скоро. Починка, да, дорогая. Поэтому я сейчас сдаю дроид. Куда-нибудь он в тиранно... В тираноин или отдел? Давайте блазероидный отдел возьмем. Сдадим стерну и дианод. И улучшим двигатель. А. Где он? Нарковый, редукционный. Что-то я не понял. Такой... А, потоковый двигатель цент, вот он. 5520. Ну, прекрасно. Просто отлично. Улучшаем. Упор на скорость, потому что. 690 единиц, 28 парсек. Нормально. Нормально. Что же делать-то с потоковым двигателем? Давайте подумаем. Трансфакторный маяк перезарядится у нас на 200 там или 100 единиц еще не очень скоро, чтобы мы могли вот такой вот маневр повторить. А денег у нас на данный момент-то и нету, считайте. Соответственно, если мы даже по такой бластер оставим, где им нам воевать? На доминаторов мы пока идти не сможем. То есть только если оставить его про запас на потом когда-то там, но деньги-то нужны сейчас... Неоднозначное, в общем, решение. Или подождать его все-таки оставить. Какой он, кстати? Бета-класса. Не, знаете, меня жаба душит его продавать. Чинить его, правда, очень дорого. О, боже мой, что же делать-то? Вроде как все нужно. Ладно, давайте я за кадром все-таки подумаю, что с этим делать. А продолжение у нас будет в следующей серии, прямо на следующий день. Что ж, друзья, вот такая вот классная у нас удача, напряженная все было на сегодня. Я дико перенервничал, когда собирал этот потоковый бластер. Первый потоковый бластер. Офигенно. Ну, надеюсь, вам все понравилось. Вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте видео. А для желающих можно поддержать канал денежкой, чтобы все выходило еще чаще и было еще лучше и интереснее. До встречи в новой серии, друзья мои!